зовут Алена, мне 19 лет. Я учусь в колледже отраслевых технологий и сервиса на 4-м курсе на специалиста по рекламе. Я закончила художественную школу, вышивала в детстве крестиком, очень много чего занималась, много куда ходила, занималась чирлизингом в нефтегазе год, занималась хип-хопом 2 года. Сейчас занимаюсь в киношколе, в первой киношколе. Занималась в студии «Тимельский гаралаж». И сейчас меня пригласили преподавать актерское мастерство в проект нефтегазового университета «Хэдвей». Все, да, слушаю. Анекдот? Я еще 2-й год работаю с Снегурочкой, поздравляю детишек. Могу с вами в игру сыграть? А можно сразу подарки? Подарки? Давайте выберем, у кого подарочек. Нет, на самом деле нам все понятно. Вы предельно прекрасно про себя все рассказали. Скороговорку! Неужели хотят скороговорку? Давайте скороговорку. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка была губа, была тупа. Расскажите о том, какой тупой этой скороговоркой. Тупой. Я тупой. Скажите мне, что я тупой этой скороговоркой. Нет. А кто тут тупой? Это шут, это шут. Хорошо, давайте тогда... счастливую эмоцию какую-нибудь. Бык-бык, вот так, можете? Эмоции выразили. А я не счастливая, нет. Вы счастливая, да, но просто бык-бык тупогуб, скажите счастливо. Бык-тупогуб, тупогубенький бычок убила. Прекрасно, это лучше, браво, браво. Спасибо вам огромное, Алена, и мы приглашаем на сцену Екатерину. Екатерину, добро пожаловать, да, пойдем.